God damn it. God fucking damn it. Fucking bullshit. Это было нечто. Я только сказал, что все хорошо, все заебись. Думал сказать про то, что наконец-то Джамбо целый день не душил, и у Филсети кончилась диета. Филсети, выплюнь крабика. Привет, Грейв Комикс. Я буду щипаться изнутри. Аста Прототайп, здравствуй. Трух. Будем надеяться, что оно не умрет. Будем надеяться. Ну, посмотрим. Так, прекрасно. Теперь у нас нет транскодинга. Ребзи, нам нужен транскодинг? Кто это надо будет укращивать, если он не дает Ктулху... Не дай бог, Ктулху подавится? О, щит. Лица на трусы, айки, о боже. Нахуй транскодинг? Не-не-не, чувак. Чувак, мы попробуем. Мы попробуем. Как бы, как говорится, где один ресет, там и два ресет. Если не будет транскодинга, нас объявят трансфобами. Да. Это так работает. Панцирь не переживается. Хватит меня жевать! Пошлёба! Yes. Yeah, boys, ladies and gentlemen, we got him. О, привет. Привет. Если не будет транскодинга, я не смогу смотреть. I got you, we got you, homie, we got you. Yeah, 160p. Ну, или всегда есть. Скажем так, если у кого-то будут проблемы на Твиче, кто-нибудь сможет, наверное, сейчас скинуть ссылку абсолютно незаконного рестрима человека, которого нужно за это наказать. Ваше здоровье. Ласти, здравствуй. Привет. Ласти, мне нужно твое разрешение. Твое творение уже готово? Или стоит пока что повременить с ним? Всем привет! Здорово, Грейв Комикс! Давно не виделись. А, стоп, я тоже писал. Дежавю. Дежавю. Я уже был в этом месте. Философи, я бы... А как я выжил, из какой дырочки я вылез, я не скажу. Но меня стоит помыть. Власти. Бля, я грохнул кружку на работе. Блин, Ника, я... Коля, я читаю это. Я такой, я грохнул. У меня аж такое первое в башке такое... Блядь,
пиздец. Типа, ну приехали нахуй. Кружку. Ух. Тех, кто не знает, Николас Сток работает врачом. Фельдшером. И важно. Окей. Власти, я понял. Я понял. Understandable. Боже. Окей, давайте поиграем. Черт. Если бы я грохнул человека там, то его было меньше жалко? Что? Wait a minute. А, ну да, типичный врач. Блять, ну чуваки, да, человек приходит и уходит, а кружка, сука, заебись, блять, была несквиковская, желтенькая, блять. Ух, щука, выиграл я еще нахуй в 2001 году, блин. Ух. Окей, у нас небольшая заминочка. Как обычно... Блин. Черт, жопа! Трагедия. Подождем секунду. А песни не будет, да? Песни все, песни кончились? Здорово, Флет, здорово. Чирище. Человек уходит и приходит, а кружка была заебись. Фон золотых цитат. Как обычно ничего не работает, даже на Mac. Нет, я немножко ласти подставил. Это была глупая идея. Где ей? Поэтому я чувствую себя как полный мудак. Но очень хорошая музыка. Трек на телефон поставил, можете звонить? О, shit, dude. Власти, я понял, я принял. Спасибо большое. Ну вот и все. О, черт, я забыл вернуть свои фильтры. Я теперь снова вижу, что Григорел что-то заказывает. Григорел, блин! Так, ладно, хорошо. Раз уж у нас пока ничего не работает, давайте. Нихуя не вижу. Заебись. Ой, спасибо. О, Миша! Это я, здорово. Я пришел ущипнуть шлюпку за хобот. Also, да, это агент Айка. Тут, если в течение 3 секунд не будет хотя бы одного пансушота, то это хуевая серия. И хуёвой серии, и хуёвых серий в этом аниме нет. Если вы понимаете, о чём я. Also, да, это Persona 9.9.
А он тут еще панцушот. Пронесло. Хорош, дядька. Стоп. Игра не будет. Понял, принял. Спасибо. Лично неправильно должно щипать за соски. Не, я должен, как в другой анимешке, там эти веревочки трусиков и этих, господи, и лифчиков так клац-клац, и так моя работа тут сделана. Игра не будет. Потому что, Рафик, мне тарелка не запилили. Сделай мне тарелька. Тарелька сделай. Люся была. Привет, Люся. Тарелки нет. Also, это Sailor Moon в киберпанке. Это охуенно. Customize my what? Шикарно. Киберсейлор Мун из пещеры. Да, киберсейлор Мун из пещеры. Пришлось, правда, немножко заапскейлить эту картинку, чтобы она растянулась правильно до рабочего стола, но... Камон. Вайфу 2D для этого и существует. Итак. Упс. Так, кстати, Ланин, как жизнь? Неужто ты с нами? Друг. Загрузить игру. Камера смертников. Понимаю. Да, я с вами. Таблетки верни. Таблетки не верну. Итак, во-первых, для тех, кто еще не особо видел. Так как Ласте очень нравится эта игра, куда-то надо, чтобы стало весело, пожалуйста, мне на левый сосочек. Не так сильно. Где сонгреквесты? Их не будет. Чувак, это GTA. Тут сама игра сонгреквест. Кстати, про сонги. Хотя давайте сначала про, собственно говоря, что тут творится. А творится здесь... Блядь, я пытаюсь найти... вспомнить кнопку «Посмотреть назад». Здрасте. Hello, officer. О! Вот что творится. Это друг. Этого друга сделал Ласти. Это шедевр. Друг. Да, Гудвин, это буквально друг в Филсете. Чуть потише сделаю. Чё-то как-то слишком орёт. Это первое, что сделал Ластик. Второе, что сделал Ластик. И до сих пор над этим работает, но... Маэстро позволил нам вкусить небольшую долю того... того произведения искусства, над которым он работает. Слушайте внимательно. Это Летанге. Это целая радиостанция, посвященная Летанге. Да. О, да. Почему тебя там не пиздят байкеры? Мы слишком рано сюда приехали, байкеров еще не заспавнило. Их несомненно заспавнит в какой-то момент. Это тот толстый чел, который Евангелион пел? Да! Именно он. Да,
Я, правда, не понимаю, почему качество такое хреновое. На нашей in-house превьюхе качество было гораздо лучше. Но... Да. Да. Там мы едем, я не знаю. У нас есть C, D и... Что-то другое. Ну, раз мы близко к чему-то другому, поедем туда. Пиздили только так, когда пытался пройти мимо. Слушай, чел, я тоже помню, что меня пиздили постоянно, байкеры. А, это ведь аэропорт, да? Да, аэропорт. Здесь, по-моему, можно было как-то туда запрыгнуть. Нет, здесь военная база, точно, точно. Ай, блядь! О, шит, смотрите, поклажа. На-на-на-на! Постоянно пиздили байкеры, даже в игре. Да, представляешь, даже в игре. О, хаос. На-на-на. Да, это целая станция. Это целая станция. Упс, простите, пожалуйста. Упс, простите, я не специально. Серьезно, я не специально. Абсолютно случайно. Да что ж такое, господи, не привык к автоматической коробке передач. Простите, ребзи. Вы там это... С вами там все в порядке? Окей. Да, как играть в более 60 FPS, я так не нашел. Там коп пиздит кого-то. Погодите, что? Власти? Власти, это прям... Власти, за что? This is B-Rock. Что это? Власти вставил приролы. Приролы японских витюберов. Что? Ну, я вернее полагаю, что они японские. Аниме радио прям вайсит, а что за ебанух? Привет, жопанойс, да. Власти просто гений. И он говорит, что он может это еще улучшить. Как у Тейнтин. Да, это Летанге станция. Летанге VIP станция. Радио Вебу. Мы... Власти слишком хорош для нас. Погодите, это Калифорникейшн. Еще и кавер Калифорникейшн, да. А тут все... На этом радио все песни это хуёвые каверы. Я еще хочу послушать. Сейчас возьму зажигалочку и, знаете, тоже начну так право-влево. А кей-поп завезут? Власти работает над этим. Это мачете? You think you'll play stupid with me?
No, I think you're playing plenty stupid enough for both of us. Hey, he call you dumb, son. And I call him a little girl, puppy. Look at him, all dressed up like that. What is this, ladies' night? You some kind of tough guy? You dress like a woman? You got on panties like a woman too, huh? What do you got against women? You prefer men, big boy? I like women. I like all women. I love my mother, Chico. All right, I'll take your word for it. Relax. Can you drive, amigo? Yeah, like a woman. Very funny. I like you, big boy. Maybe you can help. Maybe you can prove you're a man, huh? Take out the boat. Show me you got some big cojones. And not some little bitty chiquita ones. Truth. Hey, Enrico, you the man with the big cojones? Tommy Vercetti, let's go. Okay, man, treat her like a woman. You're the man with the big cojones. Мы слишком быстро плыли. Если бы мы не плыли так быстро, мы бы всех переехали. Блять, там направо! Вот так правда, практически. Знаете что, давайте погромче. Вообще все. Теперь хотя бы слышно. Блять, друг! Разгоняемся, разгоняемся. Идем, иду на таран! Уи! Подка MP3 плеер громкость? Оу, щит. Серьезно. Иду на тренд. Хочешь смеяться, я не заметил. Блять! Чувак, чувак, прошу тебя, только долети! Ух! А парень стоит, вы посмотрите на него. Вот это настоящий парень, this big cojones. Че, ребзи, как у вас проходит неделя? В смысле, scary kitten? I got big cojones. Друг. これかわいそうだからさ、これなしにしよう、脳幹にしよう、これね。これ脳幹にしよう。だってしょうがないよ、これは。でコロさんの好きなキャラ教えて、コロさんの好きなキャラから。そしたらそのコロさんの好きなキャラについて語っていくから。コロさんの好きなキャラは誰？ペチンタラジオドラマ。どれ？どんなキャラ？Зря же Ластя старался. Кибер С. Здорово. Здорово. Блять, чувак! Йос! Они тянут. Да-да-да-да. Иру, Иру. Еще 4 контрольные точки. Блин. По-моему, нам попа. Yeah, I got very big cojones. In fact, they are so big. They are so big, they slow me down. This is B-Rock. At the buzzer. Easy.
первого раза. You got big cojones, amigo. Спасибо, спасибо. Ты уже говорил, чел. Мы, кстати, можем здесь пиздить лодку. Зачем нам пиздить? Давайте пиздим. А, в этой лодке нету радио. Ну вот дерьмище. Такой я смотрел пиздец под названием New Game. Было очень странное аниме. Единственный человек, который в отпуске смотрит аниме, по-моему. Да, тут можно стрелять. Да, левая кнопка стреляет. Поедем, сохранимся, раз уж пошла такая пьянка. Заодно и сделаем... Сделаем Си. А ну верни такси, Сити. Летанге. Летанге. Почему он настолько хорош? А что бы ты в отпуске на море делал? Плавал бы. Катался бы на каяках. Спал. Проводил время с женщинами. Ну, или если женщин нет, то с мужчинами. Здрасте, а можно здесь как-нибудь аккуратненько высадиться? А, close enough. Tommy, not dead man been chatting about you, my dear. Thought you might need something to make you feel better. So Auntie Pulley make you some stew, eh? Come and check my kitchen sometime, okay, Tommy? Я ни черта не понял, ну ладно. Плавать, женщины? Что предлагаешь, во время отпуска выходить на улицу? Ха-ха-ха! Да. Я сначала предлагаю во время отпуска куда-то поехать. А потом выходить на улицу. Шикарно. Ты же стример, какие женщины, только 2D. Ну, так получается. Можно поехать кукухой? Ну, кстати, да. Что? Бля, это явно не английский, он поет на каком-то своем индусском. Circumstances force a hasty departure, amigo. What's the problem? The French want their missile technology back, and after that last incident, I feel it is time to find safer harbors. Wouldn't it be safer to fly? I'd be dead before I reach check-in. Besides, I need to get my merchandise out of the country. Need another gun? You, my friend, are worth 10 guns. Только я отправил файл днями, во всем районе вырубили интернет. Не волнуйся, у нас есть запись. Свет? Чел, только я скачал твой файл, как у меня отвалился интернет вообще. Мне кажется, это место проклятое, а не руки из жопы. Да, это миссия отстреливаться. Что? Катана? Катана? Мы тебе реально вибы. Видите, а...
что? Не, тут, по-моему, было... Тут дольше мы ехали. Да, тут дольше было. Гораздо дольше. Ну, мы почти соседи. Ну, согласен. Расчисти путь для яхты. Можно мне что-нибудь чем пострелять? О, боже. Я забыл, что здесь очень неудобно. Очень-очень неудобно это. Управление. Мышкой. Прекрасно, по-моему. Обесь. Здрасте. Здрасте. А, сэр, я абсолютно все вижу, сэр. Все хорошо, сэр. И сеньор. Мне кажется, ли мне должны были дать какую-то пушку? А, ну да, конечно, вот она. Пфе. Парни уже высадились к нам на яхту. Блин, говна. Хороший геликоптер. Ёбаный в рот. Я посрался. Если. Да. Что, еще один? А вы не поедете дальше, пока не получите бумагу. Слушай, есть кибермейдочки? Кибермейдочки немножечко страдают от приступа джамба. Все, чувак, чувак, чувак вон повис в воздухе. Со мной приехали, одну секундочку. Так вот, я хотел сказать, что... Что же мне сказал... Мне не сказал... Эй, ёба, делай станцию, это просто я так себя развлекаю. Раз на игры не стоит, ты просто... Обычно по дням не стоишь, поэтому я не торопился. Не, чел, я не хотел, честно говоря, это... Тебя подставлять, я просто... Забыл, скажем так, вынуть эту MP3-ху из директории. Я такой думаю, упс, а может лучше спросить сначала? Мелким я эту миссию раза три проходил и не мог пройти. Томас, you have protected and served me well. But now you must leave us before we reach the open seas. I will lower my personal launch. Keep it, my friend, a token of my gratitude. Thank you, Colonel. One more request. While I'm away, could you keep an eye on Mercedes for me? I think she could look after herself, but sure, I'll keep an eye out. Gracias, amigo. Hasta luego. Adios, amigo. $5,000 И, конечно же, как самый настоящий парень, которому только что дали быстрый катер, ебать.
Я давно этого не делал. Я знаю, Ланин, я тоже давно этого не делал. Очень соскучился по этому. Спасибо за 75. Меняй штаны. А, jokes on you. Я без штанов. Не обращайте внимания на текстуры. Hello. Вытирай стул. Шик. Протерто. Я же здесь не хотел его боль... Ёб твою мать. Я же здесь хотел его большую, толстую, жилистую яхту. Вроде даже мод такой был, но у меня он не ставился. У меня он тоже не ставился. Я его тоже пытался поставить ласти. Дай 5. Знаешь, это потому что, наверное, у меня была версия на одном сидюке. А была версия Vice City на двух сидюках. И вот на версии с двумя сидюками вроде моды ставились. А вот на версию с одним сидюком почему-то они... Не знаю почему. А еще, еще... Вечер охуительных историй. Морелло и Rage Against the Machine. Морелло сорта лицемер, но Ратом я люблю. Хотя музыканты они сильные. Во, вот именно. Мне кажется, что нужно... В таких вещах нужно различать, как бы. Типа, он может быть... Чувак может быть полным мудаком, но делать хорошую музыку. Делать. Играть. Что с музыкой делают? Клепать, да? Хорошую музыку. Или петь хорошо. И поэтому, типа, да, музыка... Чувак, ты, конечно, мудак, но музыка охуеть. Типа такого. Я, по крайней мере, так работаю. Так делаю обычно. В чем я? Ах, да, короче... Один раз я захачил какую-то из версий Vice City тем, что я сделал каталог под названием CD1, вроде бы, в корневой папке игры, и скопировал туда все с сидюка. И игра магическим образом запустилась. Я чувствовал себя тогда как хакер. Мне было лет наверное, 12, может, 11. Я такой, о, смотрите, парни, я могу запустить Vice City без сидюка. И такие, ууу, ух ты. Also, у нас нет гаража для лодок, поэтому присмотритесь к этой лодке, больше мы ее никогда не увидим. Ща, есть идея. А потом диван стал тышь программистом. Вот как Vice City меняет людей. Я когда-то был белым. Ух ты, я такой модельки не помню. Now,
Давайте попробуем снова еще раз это сделать. Кстати, а это ведь та группа, которая Rage Against the Machine плюс Крис Корнелл? Крис Корнелл. Тот, что из Аудиослейва? Я очень херово в именах. Нет, это Литон Ге. Это Литон Ге! Литон Ге! Name's Jeff! Это не он. Так, пробуем снова. Блять, очень хуёво. Ничего, ничего. Третий раз. С третьего раза получится. Алло. Ай, блядь. Ладно, хер с ним. Хуёвый из нас водитель. Ну, это и есть Аудиослейв? А, окей. Я просто так, только... из Аудиослейва я слышал только Best of. Здрасте. Другу нужна ваша красная тачка. Ой. Понимаю. Понимаю. Что у нас есть? Упс, простите. Что у нас есть по миссиям? Миссиям у нас есть. Что это такое? Я такого не помню. Диас. Диас? Захват особняка? Уже? Так быстро? Ладно. Да, кстати, я обычно объезжаю постоянно остров весь, объезжаю вот с этой стороны почему-то. До меня не доходит, что можно, типа, взять, развернуться отсюда и поехать просто напрямую, не делая крюка на 180 градусов. Окей, вот этого я не помню. Возможно, это какой-то сайт. Но пойдемте сделаем Диаза. Буквально сделаем Диаза. Кстати, как там Евротрак-водитель? Евротрак-водитель даже запустился. Надо будет как-нибудь погонять. Просто это очень скучно, на самом деле. Упс, простите. Уи! Эспандосо. О, шит, но. Только не это. Это не верхит, но CGS все еще качается. Друг. Feel the pain. Пиздец, бумер. Здорово, Сэй. Hello. Шикарно, шикарно. Да, Сэй, кстати, ты видел нашего друга? Посмотри на этого друга. Это друг. Тоже скачивания нет? Да-да-да, это нормально. Ты понимаешь, эпиков турнули с... Господи, с iTunes'ов. И теперь им нечем оплачивать свои сервера. Да-да. Курт Кобейн заряжает дробовик к рабу. Курт, но у тебя еще уже нет головы, неважно.
I got us some cannons in the trunk. Holy shit, where'd you get all this stuff? Been saving for a rainy day. You like? Yeah, I like. This place is gonna be crawling with assholes. Be careful. В детстве я не понимал. У меня была, опять же, версия с одного сидюка. И большинство вот этих кат-сцен было вырезано. Поэтому я не понимал, почему просто зайдя к Диосу, Диос на нас сразу же агрится. Хотя до этого была миссия, где мы спасали этого нашего Лэнс Вэнса. После его неудачной попытки покушения. Так что я... Да, ага, вот его. Вот именно то. Вот именно оно, да. Don't worry, Tommy. I'll cover you. I'll cover you. Okay, dude. Господи, как же это неудобно. Как же здесь неудобно целиться. Ай, блядь, не стреляй по мне, Дункель! По-моему, всех убивать не обязательно. Но мы все равно это сделаем. Да, я двигаю мышку на сантиметр в сторону, а мышка, короче, делает такой прыжок. О, шит! Это, наверное, потому что у меня не мышка для игра, для профессиональных игроков Тарков. God damn it. Очень неудобно. Дверь заперта, ищи другой путь. А, ну понимаю. Да, нужно через жопу заходить. Ха-ха. Просто мы пока что в slow motion. А чё, блядун, мышь нет? У меня не Блади. Мышка Блади. О, шит, тут какие мемы. Лазерная мышка Блади. О, да. Кстати, в это нормальнее поиграть. Bloody fuck you, bloody, why you fuck me, fuck you, да-да-да. Ну так. Чё, музычку? Не совсем помню, куда идти. Это аниме? Это аниме. Понимаю. А, шит, но. А, игра свернулась. Мышка вылетела. Мышка вышла за границы экрана. А, шит, гаддэммит. Крайняя тема Макса Пейна. Очень-очень напряженная миссия. 5 патронов БЗВ. Eat this, you murdering bastard!
Изи. You stupid pricks! My beautiful house! Look what you've done to it! This is for my brother! I trusted you, Tommy. I would have had you made. Say goodnight, Mr. Diaz. Я что, помнишь, что первым делом надо покупать стрип-клуб? О, да. Осус хры. 50 штук. Обычная одежда. Окей. Куча бабла. Удачная покупка. С таким саундом Диос должен был сделать. Это не моя финальная форма. Потом бы дрались без рубашек. Why don't you pass a visit? You know it makes sense, don't ya? See you later. Нет, нет, чувак, я не хочу на миссию Лафиста, пожалуйста. Не-не-не. Ждать, пока эти обдолбыши разминируют бомбу, это не наше, не. Да, потом бы они бы еще дрались без рубашек под дождем. Короче, в слоу-моушене. Tommy, remember me? Hello, Sonny. That's right, Sonny. We're all friends. You never write me, you never call. Don't you want to be friends no more? I've been busy trying to sort things out. You didn't give me a lot of support down here, Sonny. Oh, my fault, is it? Well, I've heard you've been busy, all right. Busy killing drug barons, busy taking over. Don't forget about us, Tommy, because I can assure you, I ain't forgotten about you. Все это кончилось? Кстати, знает кто? Есть ли в особняке Диоза где-нибудь броня? Мне казалось, что она где-то была, но я не помню где. Здорово, здорово, Мартин. Доброго тебе вечерища, друг. Вверху была броня. Эй! Заменили всех пацанов на другов. Ах, да, в этом особняке еще есть лабиринт. О, лабиринт, а в нем лежит кимпа. Да, вон она, вон кимпа. What's going on? Давайте, кстати, ее возьмем. Погод. Они в заднего прохода где-то проникал. Ну не при людях же. Я не помню, где она. Я помню, я как-то на нее натыкался на последней миссии. Я не уверен, во-первых, где она, во-вторых, блин, я последний раз в эту игру играл более 5 лет назад. Может быть, из-за... Куда мы зашли? Я так и добился того, чего давно хотел, а именно изменения спидрана DMC 4 Special Edition. Very Special. По-моему, где-то под лестницей была. А, во, вот здесь, точняк. Оу, щит. Оу, е. That's good. А интересно, а если мы выйдем с карты и зайдем обратно, это все заспавнится? То есть мы можем таким образом фармить? То чертовское колдунство было, почему-то не разбился. А потому что мы приземлились на мягенький кустик. Ну так работает. В этой игре. Also здесь есть, да. Это, в общем, особняк из... из фильма «Лицо со шрамом». Тут есть комната. С отсылками. «Лицо со шрамом». Ладно. Няга, и пойдем дальше. Теперь новый скип появился, который сейвит примерно минуту EGT времени. Что значит EGT?
Желтое — это легендарное оружие? Да. Это легендарочка. Нам повезло. Была отсылка к лицу Шам в другом месте, но я точно не помню где. Что? А, in-game time, понял. Tommy, what do you say? What do you say we put a bar in? You're my lawyer, Rosenberg, not my interior decorator. Got it? Listen to me. The time to take over this town is now. It's all out there waiting for us. We need to start seizing territory. And let Vice City know we're the new players in town. You know what I'm saying? What you need is a legitimate front, Tommy. Real estate. It's never done me no harm. We need to start using some muscle. Or we can kiss all that hard work goodbye. Local business know Diaz is dead. And they're refusing to pay protection. Oh, we could try bribery. Bribery? Screw bribery. I'll show you how to make them scared. I'll be back here in 5 minutes. This one, man. Блять, Томми, ну зачем было? Ну вот дернуло тебя пиздануть, а? Seen a lot of the world. This is B-Rock. Ага. Шабе ないよね. いつマスターが可愛いなって思ったの？一目惚れ？ずっとグラス磨いてんなって思ったのが最初かな。しかもさ、コロさんの描く絵ってマスターっぽい。Demolition Helicopter что тут забыл? Demolition Helicopter. Demolition Helicopter от них попистофали. Also Last, за что? Почему японские приролы? Почему приролы идут после трека? Ау. Неважно. Я доебываюсь. Упс. Тафера, значит, новый вид дилда. О, да. О, да. О, фак, я помню эту миссию. Черт. Да. А, мотоцикле сюда даже можно заехать. Но мы не на мотоцикле. Мы не на мотоцикле. Так, нужно разбивать витрины. Off, dude. Втором этаже там есть что-нибудь? Да, конечно же, там есть что-нибудь на втором этаже. Да и на первом тоже кафешка есть. Persetti, remember the name. Я вижу там поклажу. О. Also, да, тут можно скинуть себе звездочки. Я случайно это взял. Ма, у нас еще есть время. Расстреливаем, черт. Изи.
теперь может приобрести недвижимость. Заебись. Это так Трамп начинал. Блин, отражение пола. RTX действительно здесь. Застряли. Катана. Бордель. В смысле, погоди, бордель? Хера лютый. Нет, просто здесь есть и бордель. Буквально бордель. В котором вы можете... Да, точно, там надо провести 10 минут, что ли, в платной кабинке со стриптизершей, чтобы начать получать с него прибыль. У нас 87к, это слишком дохера. Когда я играл мелким, к этому моменту у меня было 100 баксов в кармане. Я не знал, что делать. Полиция во время стрельбы в зале. Да похер. Полиция во время стрельбы по магазину пончиков. Police brutality interfering. Да, именно так. Типичная полиция. Полицай, полицай. Есть дробаш. Есть assault of shotgun. Руисус. Так, катана должна быть с нами. Катана остается с нами. По-моему, здесь еще была какая-то пасхалка. Я, правда, не помню, какая. Тут, блин, повсюду пасхал. Yo, what's up? Да, а RTX отражения в этой игре сделаны просто охерительно. Знаете, как в этой игре, и в том числе и в Мафии, вообще во многих играх того времени, были сделаны отражения? Вам буквально зеркалили карту вверх тормашками вниз. Ну и убирали там определенные детали, чтобы не так жирно было. И все. То есть, по большому счету, мы ходим по стеклу. И вот все, что мы видим снизу, оно как бы... Это, вот это же. Вот, допустим, вот эта пальма. Вот это та же самая пальма, только без листвы. Только как бы без листвы. Ну, может, с листвой, но из-за альф. За накладывание альфа это немножко не так работает. То есть... Вот здесь эскалатор, он буквально уходит вниз. То есть, если бы могли выйти out of bounds, мы бы могли бы пролететь через пол и посмотреть, куда он уходит. Это буквально так работает. Это охуенно. Может, если схлопотать, тут, по-моему, все звезды сразу, если мы попробуем спиздить эту тачку. Как выехать? Простите, я не помещаюсь. А, неважно. Мы не помещаемся. Нахуй RTX в этой игре? Блин, вот в таких играх, как правило, ну, скажем так, не в таких, а еще в более старых играх, как правило, и тестятся новые технологии. Потому что такого плана игры, мы уже, кстати, горим. Такого плана игры довольно, ну, они все еще сложные, да, несомненно. Это, блин, тебе не Марио какой-нибудь. С вами. Пойдем пешочком. Но они относительно просты в плане исполнения. То есть тебе не нужно ебаться там с API-ом. Тебе просто сделать инъектор для одной функции и понеслась. Поэтому вот в Quake 2, по-моему, была одна из первых игр, которая появилась, собственно говоря, сам RTX. Вот так вот. The more you know. Тун-тун-тун. Наш нищ теперь познавательный. Россия до сих пор использует этот трюк при строительстве. Чит. Окей, ну ладно, Григорел завещал купить стрип-клуб. Поэтому мы купим стрип-клуб.
Хочу переодеться в одежду друга, конечно, но успеем. Знаем факты, гендер и сексуальность. О, да. Погодите, там прирол. Время прирола. Знаете что? Если бы это было не MP3-хой, если бы это было не MP3-хой, а замену настоящему радио, то в некоторых катсценах играет настоящее радио. То есть мы могли получать довольно интересные катсцены в этой игре. Почем ты? Сколько? 120к? Garbage shitting me. Нормально прокатились. Эти 120к довольно быстро окупаются. Чувак. Видели, как это было красиво? Так, я так больше не смогу. Давайте переоденемся в друга. Это пута. Да, кстати, когда вы меняете свой скин, меняете свою одежду, то копы вас теряют. Вот так вот. Пара сотни прыжков и будет недостающая сумма. Бля, машина горит, я должен как раз послушать природ. Блять, нашу тачку спиздили. Пиздец. Ну что, в Питере? Знаете что? Да, кстати, на пляжу вообще ничего нет. На пляжу буквально ничего нет. И рокстаровцы даже признавали, что они вырезали кучу контента с пляжа. Типа, тут должно было быть пару миссий, но... Но... Этонге! Выговорили купить парочку квартир, чтобы сдавать их. Буквально. Так, здесь секретная миссия. Давай. Вроде нужно просто сесть и все. Selfish. I'm not afraid. The Constitution asserts a man's right to bear arms and arm bears and all points in between. Whoever heard of a gun or a bear causing problems? This is all cocky pop. Да, вот так вот обычно и заканчиваются все... Все попытки сделать какие-нибудь триалы на мотоциклах в игре. Ага! Давай, давай! О, хорош! Погодите, а там-то как? А, понял. Понял? Принял. Рухи! Рухак зуб. Блядь, слишком быстро! Ладно, хер с ним, мы за этим еще вернемся. Нет, не вернемся. Блядь. Шидут. Да, у нас еще минута 20 на это. God damn it.
Это работа для спидруинеров. Знаю тут одного такого. Да, блядь, что ты... Ты держись своими клешнями за него. Yes. Фак. Нормально, нормально, нормально. Хорошо идем, хорошо идем. Фак. Это он гея. В смысле, мы пропустили одну, а не важно. Перстни. Я, честно говоря, ни за одну свою попытку прохождения игры так и не смог пройти эту миссию. Серьезно. Слишком срато для меня. А, мы там еще одну пропустили. Облом, слишком сложно, да? Ах ты ж... Ух, блять, рокстаровцы. Ух, щуки. Да ёб твою мать. Я тогда не мог, и сейчас подавно. Нашел ролик с карты с новой колды. Да, охуенно выглядит, повезло бы карты. Кинул вилс дискордач. Понял, принял. $300 by the way. А, его не заспавнится, потому что он у нас в рука. Да. Петрович, Петрович, вот то, что ты слышишь, это дело рук власти. Не спрашивай почему, не спрашивай что. Просто прими это. Let it in. Я уже на кухне минут 15 орирую. Блять, я второй. Я действительно второй, нам пизда. Упс. Так, развозим тофу. Ёб твою мать. Да, не то, что меня интересовала колда, потому что... В моем интернете эта колда не работает, я не знаю почему. Неповоротливый, что пиздец просто. Забейся. Лучше, чтобы не работает, чем когда работает. Полетает просто так, потому что идти нахуй, мы не знаем почему, и карч не будет. Да, блять, пиздец.
오! 통계! 통계! Тут буквально интернет хуже. Да, я знаю. Я знаю, бывает интернет хуже, чем у меня сейчас. Это был буквально мой предыдущий интернет. Я на нем играл в Black Ops 4. Battle Royale. Ни одного лага там, блядь, не было. Было все заебись. Эти такие, ну хорошо, мы, короче, сделаем то же самое, только теперь у вас будет лагать, потому что... Акваланг. Вы что думаете, мы знаем почему? СМП пакеты сплитят, долбоёбы. Это так. Теперь мы знаем... Блядь, я понял, что тут надо было сделать. Тут надо было... А вот тут надо было гнать. Понимаю. Понимаю. Виноват. Хьюстон! Окей, теперь мы слишком быстрые. Спиди Гонзалес! Может, у всех чекпоинт? Fuck me sideways, dude. Окей, я обязан это сделать. Ты заебись. А где? А, вот он. Хьюстон, у нас опять проблема. Крабик ходит боком. Да ебать! Сложно, да? Сложно, да? Сложно, да, Рокстар? Сложно нахер. Ух, бля. Ух. Да ебать, я не знаю. Это говно не поворачивает, блядь. Томми, крути баранку. Крути баранку ровнее. Да-да-да, 7 секунд. Не-не, мы тренируемся, нам норм. Это тренировочный заезд. О, хорошо пошел. Только прошу тебя, не ебайся. Блять. Окей. Я думаю, что если этот байк разъебать, то тогда должен заспавниться следующий. Да, взорвался, подоспанулся новый. Время по закрыванию гештатов? Да, финану. Мамбо! Самый не Макзута Петровича! А звездочки нам не снимут, да? Ну ничего, копы нас будут подго... Парни, с вами все в порядке? Да не, я ничего. Ну чё, мамбо? Так, тут нужно аккуратно. Нужно разогнаться. Ехать. Хорошо! О, блядь, как же он хорош! Прошу тебя, не умирай, друг! А неважно, это скип, это буст. Это дэмэдж буст. Тонголонс. Ит. Как же нахуенен. Ёб твою мать! А, ладно, у нас еще есть 40 секунд, мы, в принципе, успеваем. Ты
Да вы шутите? Вот туда прыгать? Блять, окей, мы нихуя не успеваем. Ла-ла-ла-ла-ла. Потом на вторую крышу. То есть здесь реально нужно разгоняться, как не знаю, как мама не горюй. Понимаю. Тогда не провалено. Хорошо, хорошо, хорошо. Понимаю, понимаю. Так, 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 ну-ка. Это невозможно. Блять, невозможно. Мы вернемся к этому говнищу. Давай, Next Try победный, ёп. Блять, ладно. Путейтин. Бетонге! Помню, здесь можно как-то скинуть воду было? Не помню как. А, помню. Нормально, нормально. Это мы специально. Это чтобы быстро остановиться. Here's a record that's been number one. Well, for a стоило.
Я же говорю, что Next Try победный. Гранж, привет. Доброго вечерища. Начище, что сейчас у нас? Наверное, начище. Я сделал это. А, что? А мотоцикл отобрали, никакого праздника. Ради косаря столько мучились. Это не ради косаря, это мы ради... ради статуса, ради победки. Собственно, я снова по биту заебись. Я не знаю, что они говорят, но это очень мило. Это сайт. Машина отказалась ехать. Знаешь, что они говорят? По-моему, я слышал это в хентае. Походу. А тут две стоны, тут воздух хороший и обосне изольда по этому. Так, продолжаем слушать. Летонге. Летонге FM. Прости, секунду. Продолжаем. Нужен кавер на Eminem. Летонге год. Оу-е. Ладно, поедем, сделаем пару сюжетных миссий. Я так лет 10 пел на уроках музыки. О, шапанойс, ты... А вы умеете петь? Так, погодите. Абсолютно ненужный запил. Как обычно. Это же Летонге. Полосы мы можем въехать в дом на машине, да. Только нас заспавнит жопу вперед. Почему? Cause fuck you. Мне кушать дали. Оливьеха, нифига себе. Спасибо. Ну вот, никакого праздника. Машину украли. Летонге умолк. What's the problem? Some bars refusing to pay. They reckon they're protected by a local gang of thugs. But don't worry, Tommy. I can handle it. You call this handling it? You two, off your asses. Let's go. Опять мне казалось, этот звук издает каждый человек, просыпаясь утром и осознавая себя. Нет, этот звук издает каждый человек, просыпаясь утром в субботу и понимая, что на самом деле это утро понедельника. А, черт, мне нужна трехместная тачка. Че, парни, надеюсь, вам нравится Летонге? Кто это такой? Сейчас покажем.
Смотрите, какой трюкач. Кстати, Ланин, если ты все еще здесь, мы в прошлый раз сделали пари, забились своеобразное пари. Сможешь ли ты назвать всех исполнителей всех композиций в этой игре? Вот в те моменты, когда мы будем их слышать, не гугля. Я сказал, что сможет, а еще какой-нибудь тривию будет говорить про то, что там типа, а, вот оттуда чувак ушел там в 85-м году и пришел туда, а потом, короче... Поцеловался с обрезом и... чем Рип Кобейн. Protection needs a little more protection. Aw, hell, not again. I don't need this crap. These idiots operate out of EVP security around the block. You guys just sort it out amongst yourselves. Тёть... Yeah, whatever. Тёть, я понимаю, что вам нравится быть в бутерброде, но, может, не надо? Не на людях же. Мы только слышим Литанге, да-да-да. Да, наверное, по-моему, сейчас звучал Литанге. Господи, вот этот голос, вот этот писклявый голосочек второй. А вот, вот первый голос прекрасен, просто никаких вопросов, шикарно. А вот второй писклявый голосочек, он, знаете, такой на грани милого и, сука, такого аннойного. Ух. А, да, можем буквально сделать так. Изи. А, нет, они убегают. Зачем ты вышел? А, черт, у нас проколото колесо, мы их не догоним. Слышь. Это было довольно просто. Мы еще его байк спиздим. Говорится, hey, nice bike. А ну да, ты не слышишь. Это он где? Ну что, скоро привык, даже сможете Пикору от короны и от Аясу отличить. Пикору от короны. Окей, Корона Чан охуенное имя. Просто, мне кажется, в последнее время оно взлетело. Она взлетела в популярности. И Аясу. Понимаю. Нет, никогда. Они фейковые. Они fake as fuck.
fake as fuck boy. Кстати, некоторые из них вообще мужики. Тунге! Боже, повернись, друг. Tommy, we gotta talk about stuff. What's the problem, Lance? It's you, my friend. I feel you're not giving me a fair slice. And more than that, you've been embarrassing me in front of the boys. I can't have that. Lance, it ain't like that. You've been making mistakes. Tommy, I'm not your message boy. I'm not your running boy. Lance, don't screw up and we won't have any problems. I screw up, you can lay into me anytime. Tommy, I've done everything for you. You treat me like a fool. Don't do that. Lance, I won't rip you off or stab you in the back, okay? Just take it easy. This is tough enough without you getting all emotional on me. Trust me. Do you hear me? Do you hear me? I hear you, Tommy. But I can't take this much more. Lance, don't be like this. Now I'm warning you. Do you hear me? Just relax. Take a few days off. Okay? I'll talk to you. На карте буквы N находится Новосибирск. Я очень долго пытался найти, что же за миссия такая N, но так и не нашел. Блять! Нет! Назад! Иван, скажи только честно. А в пиздячестве ты тоже думал, что на букве N миссия? Да! Я только что это сказал! Да, именно так! Именно так, Гудвин. Я думал, что на N миссия. Это север, дебилы, блядь. Это секретная миссия, которую нужно найти. Слышь? Блядь, я уже сам не рад тому, что мы здесь на мотоцикле. Картина маслом. Кибердиван. Мотоцикл на водопое. Купание черного мотоцикла. На след дошло, что это север. Люся, а тебе сейчас. А тебе сейчас не 12? Лэнс настолько быстро сучился, причем когда я был мелким, кто-то напиздел, что, мол, Лэнс коп под прикрытием, и в конце мы это узнаем. Полнейший гон. Чат убежал, не успел прочитать. Это было бы более интересным поворотом, если бы, нежели... Бля, ты меня любишь, да? Да. You moron! What were you thinking? Do you realize what this means? We could all be so... And the timer must have got screwed. That place was wired to go up like a firework factory. Then somebody tipped off the cops, but everything What's the problem, apart. Fellas? Mike was supposed to torch some place in the mall, but he screwed the fuses, and now the cops are crawling all over it. We gotta get our stuff and get out of here. Relax, both of you. Let me think for a second. Tommy Vercetti just doesn't cut and run. The cops are gonna be going over that building with a fine-tooth comb, right? But that takes time. We gotta go in and torch that place ourselves. Yeah, but... No one but a cop could get within a mile of that place. So we go as cops. We gotta get uniforms and we're gonna need a squad car. All thanks to you, Mike. I'm sorry. I got it. All we gotta do is lure the cops in with the finger, put them in a lockup, and jump them. Good plan. Let's go. All right. Okay, Lance, let's get the cops' attention. Hey! Stay back! Alien, not VBC. Попытка сбежать из Омска, картина маслом. Погоди, нас сразу не трое? Где третий чел? Важно.
Там даже не может быть BBB, ты 2 часа назад игрового времени ссал за сотку. Сосал за сотку, да. Давайте небольшой перерывчик, я покушаю, и мы вернемся. А вы пока послушаете... Нет, не Летанге. А гребаных Сигью-Сигью спутников. Да, из меня херовый Рева, я не могу отвечать на рандомные вопросы в чате, пока кушаю. Я вообще микрофон мьючу. Послушаем Copyright Strike. Блять, если с Сигью спутников все еще Copyright Strike, то... Они немножко проебали тему панка, да? Меня только что дошло. Знаете, как узнать название всех треков в композиции на любом радио в игре? Просто записать это радио, залить на YouTube. Вас застрайкают за каждую композицию, а там будет написано, что за композиция. Бух. Мегамозг. Олсу же поносит, что это. Я вижу финскую композицию, я не доверяю. Me.